Ну, значит, я запустил тут движение жидкостей. То есть я на вентиляторе поднялся наверх, включил движение. А может быть, еще надо было выше на этом вентиляторе подниматься, блин, друзья. Стоп, подожди. Но я вот запустил это движение жидкости. То есть зачем оно нужно? Я так понимаю, что до этого я запустил генератор. Генератор восстановил электроснабжение. Значит, в результате восстановления электроснабжения восстановился у нас вентилятор. Вентилятор поднял меня вот на эти вершины бытия. А, подожди-ка. А дальше-то что? Стоп, а вот... Нет, походу, раз тут вот эти трупы, то я тут уже был. Значит, я тут уже был. Подожди, назад. Значит, вот в ту сторону тогда, в дугу пойдем. Здесь раз я уже был, да? А, собственно, какие варианты-то? Вот сюда еще пойти? Нет, здесь тупик. Здесь тупик. То есть я вот пришел отсюда. Здесь тупик, здесь ничего. Я так думаю. Здесь тоже ничего. Но все очень реалистично, конечно. В том смысле, что не обязательно, значит, внушающий надежду коридор действительно куда-то ведет. Вот что очень жизненно. Ну ладно. То есть вот он, работает вентилятор. Да? Вот он работает, вентилятор. Это я, соответственно, никак не пробью. И, собственно говоря, и выхода нет. Сюда я вниз тоже не пробьюсь. То есть я тут летаю на вентиляторе. Так, значит, вот этот выход единственный. Правильно? Этот выход единственный. Единственный. Раз предусмотрен этот вентилятор, вот эта функция подъема, о которой я столь гениально догадался, да? Значит, нам нужно было сюда прийти. Соответственно, ладно. Соответственно, очень внимательно возвращаемся, смотрим. Смотрим все возможные варианты. Смотрим вот сюда. Вот на эту балку, может, нам удастся подскочить, я не знаю. Ну-ка. Стоп, еще раз. Конечно, он не подпрыгивает. Нет, не подпрыгивает. Ну, сюда, наверное, и нельзя. Ладно. Единственное, что может быть, вот по этим как-то... По этим забраться тоже нельзя. Да и, в принципе, зачем туда забираться? Сюда и незачем забираться. Ладно, значит, так, значит, здесь все понятно. Значит, возвращаемся. Здесь мы всех перебили. Так, ага, так, здесь тоже все понятно. Ну, раз это течет, ну, наверное, тоже должно быть так. Здесь, сюда, заметьте себе, можно зайти, но это ничего не дает. Хорошо. Так, никакого шанса поправить здоровье нет. Так, мы пришли-то отсюда, мы пришли отсюда. Соответственно, мы идем дальше, мы идем сюда. И, значит, мы вернулись на исходную точку. Вот за эту дверь, за которую я не мог зайти. Вот и все. Соответственно, что мы делаем дальше? Дальше мы проходим сюда, смотрим, что здесь. Еще разок. Так, здесь у нас возвращение к нашему боссу. Хорошо. Смотрим теперь сюда, что у нас здесь. А здесь у нас... А, отсюда... А, здесь у нас этот путь вниз, который совершенно не нужен, я думаю. Да? Ну, давай еще раз его испытаем, конечно, но я думаю, что навряд ли. Давай еще раз испытаем, давай. Как тут... вниз-то спускаться. Ну давай, давай, испытаем, хорошо. Надо все проверить. Здесь у нас это чудище. Здесь точно мы не пройдем. Да, это в ту сторону сходим.
Ну, чтобы уж точно удостовериться. Так, здесь аккуратно поднялись. Проходим в эту сторону. Ну, чтобы уж точно знать, что здесь ничего не изменилось. А, подожди, здесь еще один какой-то выход. А это выход куда? А это выход куда? А это куда? Тихо, тихо. А это... А! Да, ну тут я тоже уже был. А, ну то есть я вернулся к вентилятору. А, стоп, подожди. Хорошо. Смотрите следующее видео. Сейчас.